Эта удивительная история произошла с подругой моей бабушки, которая живет в деревне в Сибири. Ни для кого не секрет, что зимы тут суровые, иногда из дома выйти ⁇ это настоящее испытание. Однажды, одним снежным зимним утром, бабушка вышла во двор. Прямо на крыльце она услышала тоненький жалобный писк, под деревянными ступеньками лежал маленький еще слепой котенок, и она тут же забрала его домой а затем пошла по соседям, чтобы узнать, не была ли чья кошка беременной. Но результат был нулевой. Бабушка забрала его домой и стала выкармливать молоком из шприца. Первое время он, как и положено котенку, почти все время спал и ел. Через три месяца он выглядел значительно больше обычных домашних котов. Тогда-то женщина и заподозрила неладное. Она позвала местного егеря и показала котенка. Мужчина не поверил своим глазам, ведь перед ним была самая настоящая рысь. Котенок был совсем ручным, поэтому отпускать его в дикую природу было бы жестоко. Для него изготовили просторный вольер во дворе бабушки, где он и проводит большую часть времени. Он ведет себя как самый обычный домашний кот, но воры почему-то перестали забираться к ней во двор. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.